Губернатору его представил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Кубань, по словам Вениамина Кондратьева, регион для спасательной службы непростой. Одна из первоочередных задач – подготовка к паводковому сезону. Не допустить каких-то природных явлений мы не можем. Не отменим ни паводки, ни пожары, ни различные чрезвычайные ситуации, но, по крайней мере, минимизировать последствия их и, что главное, избежать человеческих жертв. Уверен, что Александр Михайлович сможет приложить все свои умения. Я думаю, что Александр Михайлович справится, что он работал в коллективе, он проблемы эти знал, шел, развивался. Сегодня есть много желания, есть поддержка коллектива. До вступления в должность Александр Тарарыкин работал в краевом управлении МЧС заместителем начальника, потом исполнял обязанности руководителя.